Сибайская подростковая команда «Горняк» стала обладателем кубка на турнире по хоккею памяти героя России Минигали Шаймуратова. Церемония награждения прошла накануне в столице Зауралья. Игры проходили в течение нескольких дней в Ледовом дворце «Ирандык». Всего в межрегиональном турнире приняли участие 6 команд. Это «Горняк» из Сибая, «Агрегат» из Сима, школа советского хоккея из Магнитогорска, «Сапсан» из Кумертау, а также «Стерлитамакский Орлан» и «Коршуны» из Тюльгана. За неделю провели 19 игр, ворота забили в общей сложности 173 шайбы. Организаторы отмечают, что проведение соревнований преследует две важные цели. В будущем может превратить Сибай в столицу детского хоккея республики. Теперь мы сделали этот турнир ежегодным, и он сразу нацелен на два направления. Это и развитие спорта, в данном случае любительского детского хоккея, а второе направление – это, безусловно, укрепление патриотического воспитания молодежи, подрастающего поколения, что очень важно, чтобы дети знали, стремились к спорту, развиваться как бы к здоровому образу жизни, ну и, конечно, знали своих героев. Всегда большой праздник. Тренировки тренировками, но прекрасно, что организуются такие турниры. Приезжают ребята из разных областей и уже здесь соревнуются и получают большое удовольствие. Самое главное. Молодых хоккеистов вовсю поддерживала команда болельщиков, преодолевших сотни километров до Сибая. Среди них родители, тренеры, друзья, ребят. Они также говорят, что подобные турниры не только привлекают молодежь заниматься спортом, но и повышают патриотическое воспитание.